Tjena allihopa och välkommen tillbaks till min kanal. Hoppas att ni mår bra. Tänkte göra lite... Visa lite ny kamera som jag har köpt och så. Den heter GoPro Hero 5 Black. Yes, jag tänkte öppna den och visa hur den ser ut och så. Så här ser den ut. Hoppas att det syns. Med skärm. Förekommer kameran GoPro 4. Den var utan skärm. GoPro 3 var också utan skärm. Yes. Så tänkte jag öppna och visa lite grann. Всем здорово. Всем привет. Решил сделать... такой обзор или распаковку на новую камеру, которую я купил. Называется GoPro Hero 5 Black. Вот, водонепроницаемая, с экраном. Вот, короче, сейчас будем открывать. Открывать будем. Tänkte säga, glömde nästan att säga att jag ska prova den och filma med den och så. Также я хочу протестировать ее сегодня на улице, поснимать на нее, там, ну, посмотреть, что да как. Yes, så nu är den ute ur förpackningen. Jag har tagit ut den. Så här ser den ut. Så kameran выглядит. Вытащил наконец-то с коробки. Вот, с экраном. Ну, хорошая такая, мне нравится. Может снимать в Full HD, в обычный HD, в 4K, под водой тоже, как я уже говорил. И что еще? А, и стабилизация тут есть. У предыдущих GoPro нету стабилизации. Но стабилизация, со стабилизацией невозможно снимать в 4K. Только в Full HD. Вот. Так что такие дела. Сейчас будем настраивать ее и пойдем снимать. Den kameran kan filma i 4K. Så det finns stabilisering. Men med stabilisering kan du inte filma. Man kan inte filma i 4K, bara i full HD. Full HD, så yes. Ska göra inställningar och sen så ska jag filma med den ute. Fan vad dåligt. Jag filmade. Jag filmar hela vägen. När jag var på väg till till ICA. Jag trodde att jag filmade, men jag gjorde inte det. För jag skulle göra inställningar så att jag kan filma mer än 5 minuter, alltså. Fan vad dåligt. Fan, och jag gick bara. Jag gick bara onödigt med kameran och trodde att jag filmar. Fan alltså. Men ja, jag kan filma på vägen också, så jag är inte på ICA än. Jag är snart framme. Sådär. Блин, я думал, что я снимаю на камеру все время, вот это, как я и шел в магазин.
Ну, блин, надо было сделать настройки там, типа, чтобы я мог снимать на видео больше, чем 5 минут. Блин, не увидел. Ну ладно, я еще могу на видео снять, когда буду идти назад. Вот, я еще не дошел до магазина. Тут еще осталось немного, 2-3 минуты. Вот. Так что такие дела. Вот, как я уже говорил, тут такое прикольное место. Частные дома, тут виллы. Райончик такой неплохой. Показывал там парк уже новый построили. Ну, я еще покажу. Вот. Еще покажу, когда буду идти назад по дороге домой. Вот, я уже приближаюсь к магазину. Вот. Ну, у меня еще осталось 15% батарейки. Надеюсь, это хватит. Your 15% батарейки квор. Опасаты рекер. Хэм, тибокс хэм. Сюда я. Filmen är lite läskig. Aha. Fan, jag trodde att han såg till mig. Блин, я думал, он мне сказал только что велосипедист с ребенком проехал, он говорит, типа, ну этот фильм очень страшный. Я не понял, я думал, типа, он имеет в виду про мою, что я снимаю, то, что я снимаю. Вообще. Птички поют. Прекрасная погодка. То, что надо. То, что надо. Немного прохладно, но не так, как я думал, будет. Приближаемся к магазину. Я нормально метил Ика. Сколько на фильма по Ика, мен. Я улите. Я тру рад батарейком, да. Со я в огринте. Фильма по Ика. Хотелось бы снять на магазине, снять на видео в магазине, но думаю, что батарейка скоро сядет, так что сниму потом, когда выйду с магазина. Так магазин выглядит. Ика. И вот я иду с магазина. Здесь иду обратно по этому району, где виллы, частные дома. Такой неплохой райончик неподалеку от моего дома. Вот, купил, что я купил, шоколадку купил и заправил проездной. Вот такую купил шоколадку и заправил проездной. Сколько у меня? 12%. Сейчас я иду, покажу вам парк, там, который построили новый. Just det, jag är på väg nu hem från Ica. Jag köpte Marabou choklad som ni såg.
Så ser den ut. Vänta. Så ser den ut. Yes. Och ska visa er parken. Nybyggd parken. Yes. Det är första gången jag är där. Sist jag var där, det var när parken var inte ens klar. Yes, yes, yes. Hoppas att jag syns. För jag är inte riktigt van med den här kameran. Надеюсь, что меня видно. Потому что я не очень так и еще не привык, так скажем, к этой камере. Нужно будет привыкнуть. Так что такие дела. Идем уже. Солнце исчезло. Вот, не так солнечно. Ну, как бы, как сказать, вообще не солнечно. Солнце не борта. Yes, а вот и парк. Här är parken. Ska visa er lite parken. För när jag visade, då trodde jag att jag filmar, men jag gjorde inte det. Jag filmade ingenting. Когда я показывал на камеру парк, то я думал, что я снимаю на видео, а оно, блин, ни хрена не снимало. Вот такой парк. Такой парк. Поудобнее взял камеру. Красивенько так сделали. Вообще шикарно. Я скажу вам. Jättefint här. De har gjort. Jättebra. Грибочки, свампар. Ett hus, litet hus som jag kan bo i ifall jag blir hemlös. Домик маленький, в котором я могу жить, если вдруг буду бездомным. Шучу. Качели, ну такое, нормальное, короче, классно сделали. Там посидеть можно, лавочки там вдалеке, футбольное поле, прикольненько. Сделали.
Так что такие дела. Идем домой. Увидимся уже дома. Йоги с когогем, фучетогогем. Соседствий гемма. Yes. Så där, då är jag framme hemma nu. Ska äta lite, sitta vid dator. Ladda upp video och så redigera den lite grann. Och så, yes. Jajamän, kom hem från ICA. Ну что, ребята, я уже дома, как вы видите. И все, буду сидеть за компьютером, кушать, залью видео в YouTube. Что еще? Смотреть YouTube, может быть, фильм какой-то. Вот, так что до скорой встречи. Надеюсь, что увидимся еще. Hoppas att ni mår bra, så ses vi i en annan video.